В феврале есть, помимо праздника мужского, есть еще и женские. Женские дни рождения. Вот сегодня у нас день рождения, вот так совпало, представьте, господа, что сегодня у нас день рождения, когда мы поздравляем мальчика, но день рождения еще у нас, ну, у человека, которого, я извиняюсь за каламбур, запинаемся всегда об Алену, потому что мимо Алены не пройдешь. Я ее вообще называю мать зарплата. Потому что, ну, к Алене можно подойти, по сути дела, с любым вопросом, ну, по крайней мере, по бухгалтерии. Но помимо этого еще, она нас полная компании, в том числе меня, подсадила на футбол. Вот это я никогда за него не болела. А теперь я так болею за этот футбол, смотрю вечерами, смотрю результаты, переживаю, выиграли наши или нет. Вот это вообще классно, конечно, да, и спасибо вам большое, хоть что-то кого-то стало знать. Вот у Алены сегодня у нас день рождения. Вот ей сегодня 18. Вот. У нее застыл возраст, как она вчера сказала, на 18 годах. Ну и слава Богу. Аленочка, с днем рождения вас. Вы, правда, классный человек. Вы человек, вот, который, ну, инициатор. Вы всегда сможете, вы всегда проявляете инициативу, вы всегда, даже нас, вот, некогда, нет, давайте быстрее, давайте, надо придумать что-то. Вот, всегда в этом плане вы просто умница. Вы рукодельница. Не просто золотыми руками, которые можно вкусно испечь. Ну, как в той этой коня, с какой остановит, и в горячую избу войдет. Да. То есть она всегда делает вкусные, очень вкусные. И очень самое главное, любит вот это ее приготовить, накрыть вкусно. Вот молодец такая. Сейчас так редко это бывает, особенно у женщин почему-то. Поэтому, Аленочка, молодец в этом плане вы. В плане том, что вы зажигалка. В плане того, что вы сами придумываете, даже не просто вот давайте что-то сделаем, но сами еще придумываете, предлагаете очень много. Мы все корпоративы без вас, но я даже не знаю как. Поэтому мы рады и благодарны, что вы с нами, особенно, потому что проблем у нас куча, куда идти, к Алене пошли. Вот. С днем рождения, счастья вам, вот. И счастья вашей дочечке. Потому что дочечка у вас тоже хороший человечек, тоже футболистка, болельщица заядлая. Вот. Дочечка, я хочу раскрыть секрет, сделала маме очень шикарный подарок. Она подарила маме телефон на день рождения. Вот. Такой дочечке надо гордиться. То, что счастье вашей дочечке, вам счастье и самое главное здоровье. И мы рады, что вы с вами. С днем рождения! Ура! Ура! Как красивой женщине, как красивой женщине. Ну не может красивая женщина быть без букета цветов. Поэтому с днем рождения вас. Все, можно целоваться? Да, подождите, да. Можно целоваться, конечно, с Аленой. Ну, у нас все, пойдем целоваться с Аленой. Это старший мужчина. Я же не мужчина. Не расходитесь, мужчины, не расходитесь. Александр Николаевич, не уходите далеко. А можно для Алены пару слов? Конечно. Да, конечно. Что-то она никому не дала сказать. Я закрыла сразу, чик и все. Так, руки подымайте. Пару слов для Алены. Аленочка, поздравляем вас с днем рождения. Вот, и хотелось бы сказать, пожелала сейчас Светлана Александровна очень много, присоединяемся, здоровье плюс еще, плюсы, плюс здоровье, самое важное в нашей жизни. Вот, и вы человек очень позитивный, и нужно помнить, что все негативные либо позитивные, это в основном не зависит от внешних обстоятельств, ну, в какой-то мере больше зависит от наших мыслей. Вот, и чтобы быть оптимистом и на позитиве идти по жизни, нужно мыслить всегда позитивно. Вы человек, который заходит вот в офис, и сразу чувствуется вот этот прилив позитива, который делится с нами вот этим вот ощущением. Поэтому никогда не сдавайтесь, будьте на этой волне. Спасибо. Спасибо. Подождите, Аня. Ой, я сегодня вот даже без бровей пришла. Поздравляю вас с днем рождения. Оставайтесь всегда такой же цветущей, яркой. Мы вас очень любим. Желаем вам здоровья. Видите, вот у нас стоит и беспокоится. А еще, ребята, у нас есть опоздавшие, вот это ее черта, да, что вот она беспокоится, потому что есть опоздавшие мужчины, которые не получили от женщин подарков.
Вот. Ну, дорогие мужчины, Александр Николаевич, Стас. Ну, сейчас, а там еще есть. И ночной житель компании «Праздник Мастер». Ночная, ну, можно сказать, путашка, «Праздник Мастер». Ну, работяжка, да, бабочка. Серега. Вот. Он поэтому и опоздал, потому что вчера, ну, я не знаю, на трех ночи раз точно был здесь. А куда? Мы даем. А, оформление делали. Серега, все время нужно. Последние сутки. Поэтому, ребята, мальчики, с днем... Ой, Да. С праздником вас! С Днем Защитника Отечества! Я знаю, что Александр Николаевич служил, я не знаю, Стас служил или нет, я знаю, что Серега служил, они всегда много баек про это рассказывают, поэтому есть вам чем поделиться. Ребята, спасибо, что вы с нами, Серега, ну, нашу безграничную любовь, мою безграничную любовь тебе, ты знаешь. Вот, ну, как бы не было шуткой, но я тебе очень благодарна за помощь, конечно, да, помощь ты, ну, дама, так как очень большого. Вот. Стас, я понимаю, что Стас, я тебе благодарна за ту поездку, когда было очень холодно, ты меня подхватила, я приехала домой очень быстро. Вот. Я так понимаю, что мы очень благодарны девочке, продажники, потому что он с ними, он у них один мужчина, но на рубеже и навсегда на первом фланге. Александр Николаевич, ну, я думаю, ты все сказано. Все порядочно. Ну, ты земляк, видим, все сказано. Землячество – великая вещь в далеких, так сказать, странах, оказавшихся и континентах, и в других городах. Так что, Александр Николаевич, с праздником тебя! И всех вот, мальчики, с праздником! Здоровья вам, счастья по жизни! Вот, пусть цветут ваши вторые половинки, соответственно, будет цвести вас. И будут, мужчины, будут вторые самое. Половинки у тех, у кого их нет. Ура! 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 И я вот сегодня забыла сказать, что мужчина голодный, это не это вот поэтому мы решили, потому что вы никогда не забывайте, когда осталось на закуску. А есть другие? Праздник, завтра будет. Николай Членов. Я хорошо. А ты что, не выдумал? Алёня, ура, ура, ура! Ура! Я уже женщина.